Всем доброго времени суток. Мы сегодня... Привет, Донь! Мы сегодня в Литве. У знакомых познакомились тоже еще с одной семьей. Здесь такая невероятная природа. Мы сейчас находимся на их, не знаю, как земельный участок, наверное, да, сказать. И тут так красиво, тут такая природа. И даже такие вот есть курочки со штанами. Вот он, петушок. У него штаники. Вот, и такие же есть у него девочки. Вон пошла курочка одна со штаниками. Там вон еще одна. Я не знаю, что это порода, как она называется. Курочки не боятся людей. Вон они, в штанишках. Природа нам здесь очень нравится. Мы в какой-то тут деревушке, не знаю. Не могу произносить имена местных деревень. Но тут очень красиво, много аистов. Я столько аистов в жизни не видела. У нас бывают аисты в Германии, как-то там редко в поле увидишь одного-два. А здесь такие большие, обычно на столбах такие крупные, как они делают, вьют гнезда. И много аистов, и летают так красиво. Ни разу мне, правда, не удавалось заснять аистов на видео. Может, еще получится. А сейчас покажу вам некоторые еще красивые тут места. Посмотрите, какие березки. Да, доченька, что? Скажи, тебе в Литве нравится? Да! А где тебе больше нравится вот природа? В Германии, где Ома живет? В Америке, где мы живем, или здесь? Здесь. Здесь? А кого вы сегодня уже гоняли по двору? Бегали за кем? Зайчики. Да, у них тут три кролика бегают по двору. Четыре кролики. Четыре кролика у них, да? Угу. Один мы не можем найти. Не можете одного найти, да? Угу. Ну пошли, может, мы его встретим, заснимем на камеру. А для курки? Что они наступать? Куда? А что это? Куриных кушать. Это ты думаешь, что это куриные кушать? Угу. Интересно. Интересно. Ну, не надо наступать, да, сказали? Да. Хорошо, не нельзя будем. Надо. Нельзя. Хорошо. Я открою дверь. Давай, только курочек не выпустить надо, да? Да. Аккуратно. Аккуратно выходим. Да. Чтобы курочки... Такое вот у нас озерцо. О, стой, заяц. Кролик, то есть там. Вон он. Вон там по дому побежал. Там он, Андрей, рыбачит. Эйден словил уже две рыбки. Молодец. Покажи. Какой красивый пруд. Вообще место очень красивое. Рыба водится, плюхается иногда. Он даже камыши двигается. Плюхается крупная иногда рыба. Клюет, Андрей? Пока нет. Эй, иду, иду, доченька, иду. Андрей, на что ловите? На червяка, на кукурузу? На червяка. Ты на червяка ловишь? Кажется, уже два карася так поймали, маленько опустили. Одного, я видела, да. Одного я поймал, одного Эйден. А я думал, Эйден двоих поймал. Так, такая прекрасная жизнь в деревне. Да. Мне очень нравится. Это у нас вот приманка, тут кукуруза, вот, червячки. Вот видишь, какая приманка для карпов. Это для карпа? А ну, что да, это такое? О, так сделано, там карпов ловится. А, интересно.
Это пушочек, а у нас тоже такой пушочек есть. Как его зовут? Флаффи. Нашего? Флаффи. И он тоже переводится пушок. У него литовское имя переводится как пушок. Это, видимо, интернациональное такое кошачье традиция называть котов пушками. Ой, он вставает. Это что, комок? Камки, и, конечно, еще тоже. Он тоже пушистый котик, поэтому у него комочки надо вычесывать. Так, мужичок мой, что кушаем? Мороженка. Литовская, да? Ну и как, вкусная? Да. А какой вкус? Розовый и там синий. Не, ну а вкус какой у розового? Фрукт какой-то, клубника? Клубника. Синий, как, наверное, как... Как что? Как... что он называется? Голубика? Голубика. Голубика. Ну, сейчас пойдем посмотрим. А ты хочешь мороженое, доченька? Ну, пойди в дом, там раздают мороженое. Ну, скажи, я хочу мороженое, и все. Как сказать? Я хочу мороженое. По-русски? Да, по-русски. Да? Поймут? Да. Я сказала воду. Да? Подожди, давай ты мне сделаешь небольшое интервью, мне дашь. Как тебе в Литве нравится жизнь? Мне да. Что тебе больше всего запомнилось с нашей поездки сейчас в Литву? Что мороженое. Тебе? Мороженое? А как вы лягушек, например, ловили? Ну да. А? Ну да. Интересно было. И дома есть карп. Карп есть, да. Кто словил? Ваш новый Симон. Друг, да? Симонас. Не, не Симонас, а Капуля-Пусти. Несем нашим рыбакам. Вот нам дали попробовать литовское мороженое. Вот, рыбакам нашим. Чтобы они лучше рыбу ловили. Чтобы у них еще силы и энергии были. Да, а ну-ка пробуй, как тебе мороженка. А у меня? Что у тебя? Усы. Усы? Нет у тебя усов. Вкусные. Не, да. Теперь есть усы. Как, вкусно? Поесть усы. Вообще другой вкус, нет. Чем. Даже я буду сейчас пробовать мороженое. Я вообще мороженое редко ем. Теперь. Ну что, больше не клюет? Где там пока поплавок? Тишина. Поплавок только стоит ровно. Здесь не уходит пока. Да, я вижу, там вот маленькие рыбки там вот, а вон. Когда он словится, вот там маленькие лазит. Рыбки есть. Значит, и большие должны быть. Еще салфетку можно? А ну-ка, расскажи-ка мне, мой дорогой мужчина, как тебе в Литве нравится? А что тебе больше всего нравится в Литве? Эти зверей. Что нравится? Зверей. Зверей много? Каких зверей, скажи? Змей. Змей. Ты я люблю находи... кролики. Ты кролики любишь? Попробую. Спасибо. Там игра, которую мы смотрели. Мне вот мороженое принесли. Какая игра? Которую ты знаешь, какие в Литве змеи. И там одна, которая очень опасная, и две. И одна, которая есть червяков, и потом другая, я не помню. Это вы играли в игру, узнавали животных Литвы? Хорошо. А лягушки? Вы ловили лягушек? Интересно было? Угу. На озере, да? Круто. Много. Много лягушек было? Я думаю, эти рыбки, а лягушки. Нет, то рыбки. Лягушки, то лягушки. Ну что, идите, наслаждайтесь природой. Кто там на другой стороне? Кролики, они живут вот там, прям под тем вот полом. Их 4. Да. Хорошенькие, да. Да я в дом пойду. Иди за ним.
хорошо на деревне. Так спокойно. Убежал, убежал. Может, еще мы его встретим? Эйден! Что ты там словил? Покажи! О, твоя первая рыба в жизни, лук, Эйден! А ну-ка, давай посмотрим! Я видела, как ты сидел тут на стульчике, ждал. А ну-ка, покажи. Ой, стой! Покажите, какая рыбка красивая. О, дождался, да, Эйден? Да. Там удочка двигалась. Я там лягушку хотел поймать. Я думаю, что удочка двигается. И что, побежал? Папа, а, червячок. Мама, может я подержу? Ее надо отпустить, чтобы она могла мама, дальше жить. Может я отпущу? Это Эйден словил. Эйден, ну пускай, пускает. Смотри. Давай. Пукис-пукис. Пукис, как ты? Пукис. Пукя, девочка. Это на девочка. Это она? Угу. А, это девочка. Положил на землю, побежала. Кого поймали? Покажите! Вы весь день за ним гонялись. Не-не-не, издали шаут. Якое жюри степлю. Они ж царапаются сильно. За ушки надо, наверное, его брать, да? Уже все саки реки. Ой, какой! Он так боится. Он испугался, бедняжка. Все, Эйден, давай, Ромис, поднимай за уши. А ну-ка, седай его ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Этого друга. А ну-ка. Ах ты красавец, ты какой! Диги-диги-диги. Да! Ой, ой, рука застряла. Диги-диги-диги. Донь, погладь! Не хочешь?